Мы с вами уже говорили на тему вашего назначения. Мы обстоятельно обсудили аспекты вашей работы на Гомельщине и разговаривали по Бресту. Вы понимаете, что там надо делать. После Гродненской области, у меня в плане Гродненская область, я приеду к вам и в Бресте уже войдете в курс дела. Я думаю, вам много времени для этого не нужно. Вы работаете на должности в конкретном регионе, знаете направление работы, опыт у вас большой. И вы уже мне конкретно доложите о болевых точках Брестщины и особенно Бреста. С учетом и последних событий в конце прошлого года, поствыборного периода, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе. Брест и Брестская область, регион хороший, люди там нормальные, я там служил, знаю этих людей. Ну, есть заблудшие, с ними надо работать, вы знаете и умеете с ними работать. В Гомельской области вы этому научились. Что касается вашего района, откуда вы уходите, это хороший район. Когда я изучал материалы ваши личные, я подумал о том, что вы как специалист, как зоотехник, как врач, вы перенесете этот опыт на Климовический район. Очень хотелось бы. И в этом отношении мы вас будем поддерживать, потому что Климовский район приличный, это основополагающий район на Могилевщине. Очень хотелось, чтобы у вас получилось. Перспективы у вас хорошие.